Всем привет! Сегодня приехал на очередной водоем. Опять-таки новое место для меня, никогда здесь не бывал. Как всегда, заехал сперва в самый конец водоема. Здесь вот такая вот заводь у меня за спиной. Но похоже, что здесь порыбачить не получится, потому что здесь глубина, ну вот буквально там сантиметров 20-30. Но я все равно отсюда начну, посмотрю, может быть там где-то есть ямка какая-то или еще что-то там ближе к середине. Ну вообще место, конечно, очень интересное, единственное то, что мелко. Какая здесь водится рыба, я в принципе не знаю, сейчас буду пробовать. Начну с поплавочки, потом может быть донку соберу. Ну и если есть судак, то конечно попробую на джиг половить, а впрочем будет видно. Но скорее всего я сейчас буду переезжать, где есть глубина, туда чуть подальше. В общем, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, сегодня будет классный клев. Поехали. И сейчас, кстати, вам покажу, как здесь классно. Вот, смотрите. Здесь какое место интересное. Вот такой вот лесок из карагача. Прохладно. Вот буквально выходишь вот здесь вот из этого леса. Там тепло, а вот здесь прям такой ветерок, прохлада. Вот такое интересное место, необычно. Так все ухожено как-то, не знаю, мусор, конечно, есть, но как-то деревья все такие, ветки снизу все обрублены. Кто-то здесь следит, что ли, за этим всем, непонятно. Ну, очень, конечно, место интересное. Карагачи, конечно, здесь подобсохли уже. Много веток. Видать, старые. Ну, здесь вот так походить просто бесцельно. Тоже классно. Сейчас, кстати, вот туда дальше пройдусь. Там, может быть, еще что-то есть. Какая-то заводь. Так, первая поклевка. В общем, катался. Решил встать вот в таком месте, в протоке. Здесь такая заводежка. Ну вот. Я закинул пока поплавочку. Сам собираю, там еще донку сейчас сделаю. Надо здесь чуть на берегу прибраться. Тоже бардак такой. Ну вот. Карась здесь есть. Все. Здесь остаюсь, значит. Не мог определиться, где встать. Объехал. В общем, весь водоем полностью. Посмотрел там-сям. Везде глубина примерно одинаковая. Довольно мелкая здесь. Так что разницы особо, я думаю, нет, где вставать. Надо уже начинать пробовать ловить рыбу. Приходится закидывать очень далеко. Думал, соберу удочку попроще, маховую. Но здесь не получится. Сейчас, в общем, еще соберу донку. И потом посмотрим, как клев будет. Еще, наверное, с джигом похожу, попробую, побросаю. Может быть, судачок здесь тоже есть. В общем, вот так я здесь обосновался. Поплавочка, донка. Сделал именно донку, не стал делать фидер. Потому что мне кажется, что я сегодня здесь смогу и карпа поймать. Ну, если повезет, конечно. Взял с собой пару банок кукурузы бондюэль. Сейчас я ей же буду прикармливать. И на нее же буду донку ставить. Сделал такое приспособление по-быстрому, чтобы забрасывать туда прикормку. Ту же самую бондюэль. Посмотрим. Думаю, здесь мы рыбы сегодня половим.
Ветер постоянно меняется. То туда, то сюда несет. Поплавок сносит. Даже не смотрел, не знаю, были еще поклевки, не были. Грузило, наверное, мне надо полегче поставить, что-то не кажется. Как бы это было не тяжеловато. Бубенчики взял. Ну что, попробую сейчас. Прикормлю здесь бундюелькой. Вот так как по ветру ставлю. Вот туда и буду примерно кидать. Блин, еще одна поклевка. Утащил. Не успел даже камеру включить. Джиг собираю сейчас. Буду пробовать. Вот такой вот хороший карасевич. Такой даже приличный, можно сказать. Ну, это не крупный. Здесь должны быть покрупнее особи. Ух ты, как удрал, ничего себе. Хороший. Вот это карась. Вот это я понимаю. Смотрите сюда. Золотой карась. Не знаю, сколько в нем. По весу так все полкило. Блин, закровил, ё-моё. Вот такой вот. Ну, блин, здоровый карась, прям огромный. О. Только закровил, не знаю, можно его отпускать, нельзя. Кровь прям сильно идет. Ну, попробую, отпущу, выживет, выживет, нет, нет. Что поделаешь. Здоровый карась. Клюнул на моего вот такого огромного опарыша. Здоровенного.
Что-то они здесь повылазили уже у меня. Сейчас будем ставить. Ну, парыш такой хорошо. Его с крючка фиг снимешь. Один тоже похоже неплохой. Угу. Тоже кабан еще тот. Ну, заглатывают, правда, они капец. Да, блин, какой шустрый, чё себе. Заглатывают они, конечно, по-серьезному. Вот такой вот весенний карась. Нормальный размер, шустрый, бодрый, похоже, что еще с икрой. О. Ну да, пузо полная. Блин, поклевки так неожиданно случаются. Только чем-нибудь начинаю заниматься. Ух, ничего себе. Небольшой на этот раз. Ну, здесь золотой карасик. Сейчас прям редкость у нас. В основном серебристый карасик везде обитает. Вот это прям сейчас редкость. Ой. Клюет не прям часто, но уверенно так. Взял и попер. Единственное, поклевки, вот говорю, не постоянно, как это бывает, там, закинул тут же поклевка, закинул поклевка. Приходится посидеть, подождать. Но поклевывать это уже хорошо. Ну вот ветер, ну вообще будет погода меняться. Почему я именно сегодня приехал, я вообще не собирался. Даже не готовился особо к рыбалке. Просто сегодня так... спонтанно приехал, потому что с завтрашнего дня опять дожди будут. Опять там и снег что-то обещают, что будет. Ну хорошо, в принципе хорошо. Клёв-то есть. Карасик поклёвывает. Посмотрим, что к вечеру будет. Надеюсь, не как в прошлом месте. Там к вечеру наоборот клёво не будет. В принципе, там и рыба другая была. Карасик, я думаю, к вечеру должен поклевать. Ну, еще бы карп зашел сюда, в эти заливчики. Ну вот сейчас хоть на волне. Вот здесь постоянно кто-то поклевывает у меня. А вот поймать не могу. Может быть, мелочь подошла какая-то.
Странно, клюет-то так прям хорошо, а подсечь не получается. Видимо, это все-таки мелочь клюет, так кажется. Парыша тоже раздирают быстро. Ну-ка. Да, вот сразу поклевка. Ух ты, ничего себе. Вот там вообще он кто-то болтается на поверхности. Да что такое? Понять не могу, почему подсечь не получается. Я вам сейчас поснимаю, что там происходит с поплывком. А вы напишите в комментариях, кто это у меня так клюет. Но засечь не могу. Уже раз 20, наверное, пробовал. Видели, да? Вверх, вниз, вправо, лево. Дергает туда-сюда и притапливает. Толку нет вообще. Пытаюсь засечь, не получается. Здесь тишина. На кукурузу вообще ничего не хочет клевать. Ну, может, к вечеру карпик. У меня еще банка есть, бондюельки. Прикормлю вот здесь точку нормально. Смотрим, может, клюнет все-таки. В общем, сижу здесь удочкой, размахиваю, никого подсечь не могу. Поклевки видели сами, какие бешеные, видать, какая-то мелочь налетела сюда. Ну, толпа сплылась. Вон, наверное, рыбаки понаехали. Видят, что я здесь машу только так. Думали, наверное, здесь рыбалка обалденная идет. Сейчас вот пока эта мелочь отсюда не уйдет, так и будет. Надежда на вечерний клев. Так что карасик сюда подойдет нормально. Прикормлю кукурузой. Думаю, карасик будет как и с утра. А сейчас вон он там, без остановки. Ну что, в общем, поймал я одного из тех, кто там дербанит без остановки. Вот так он выглядит. Такую рыбу мы называем гамбуз. По крайней мере, в детстве называли. Когда ходили тоже по окрестностям, по прудам всяким рыбачить. Вот такие рыбки нам тоже покоя не давали. Дербанили, дербанили. Да.
ладно. Причем они так еще клюют интересно. Поплывок аж на, блин, там взлетает. Кажется, там как будто такая рыбина клюнула. А на самом деле толпа вот таких. Ой, блин, чуть не упал. Вернее, упал. Блин, поклевка. Скользко, капец. Долго ждал, долго. Клюнул все-таки карасек. Ну-ка, что там? Опять огромный. Ага. Опять лапать. Икриной. О, какой красавец. Ой-ой-ой, золотой, смотрите. Хорошо, хоть не заглотил. Во какой. Целый сазан. Во, золотая рыбка. Красавчик. Полный икрой. Жирненький. Классный. Опа. О, какой кабан. Шустрый. На кукурузу перешел. Не дает, короче, это мелочевка. Половить нормально рыбу. Долбит без остановки. Я вот сейчас насаживаю. Две кукурузины бондюэль. И вот сейчас по ветру бросаю, поэтому получается прям дальний-дальний заброс. Но разницы в принципе нет, глубина там такая же приблизительно, как и везде. Но зато летит, смотрите. У-у-у. Все, на центре. А вот на донку нифига ни одной поклевки даже не дергало ни разу. Пока ветер как раз дует в ту сторону. И закормлю сейчас чуть-чуть как раз ветром. О, отлично. Вот теперь летит куда надо. Вот так прям вверх подбрасываешь. И все. Класс. Все, вся рыба моя. Так. Надо чуть сэкономить, потому что это последнее. Надо оставить еще на вечер. Вообще ни поклевки, ничего не было. Просто решил перезабросить. Тащу, что-то тяжело тащится. Здесь вот такой карасяка сидит. Во какой барбос. Вообще без поклевки. Наверное, сел там и сидит спокойно, даже не сопротивлялся. Хороший. Тоже такой. Блин, что-то так хорошо идет. Ого. Ого, какой. Нифига себе.
Вот это я понимаю. Опа, стоять. Только забросил. О, какой. Нифига себе. О, две ладошки. Ой. Ой, ой. Здоровячок. Пойдет, да? Да, хороший, увесистый. О, рванул, оклемался. Ох ты, ничего себе. Армофрикцион. Ничего себе. Кто это там? А, там зацеп. Зацеп, но похоже, что и рыба есть. Да, завел просто. Опять огромный карась. Вот такой вот. Нормальный, да, карась? Вполне такой приличный экземплярчик. Мне вот интересно, почему на донку не клюет даже тот же самый карась. Это интересно. Какой пузатый. Пузатик заглотил, конечно. Сейчас буду вытаскивать. Блин, поклевка. Собираю снасти уже. Опа. Есть. Собираю снасти, сейчас хочу поехать поискать судачок, может, все-таки где-то здесь клюет. Наверное, поеду к дороге, к дамбе. Там довольно шумно, машины ездят туда-сюда. О, какой хороший. Вот это, понимаю, рыбалка. Таких карасиков половить — удовольствие, конечно, нереальное. Спасибо Санычу за наводку. Спасибо, Саныч, тебе. Опа. Ага, не туда. Туда тебе. Туда, туда. Так уходят лениво. А потом раз. И все, старт. Все, в общем, сейчас снасти собираю. Поеду, поищу судака. Не знаю, буду что снимать, не буду. Но судака постараюсь поискать, конечно. Ну, здесь червя съели. Полностью весь пучок. А поклевок не было, видать, мелочь.
Ну все, в общем, отрыбачился я на сегодня. Неплохо порыбачил, блин, даже не ожидал. Карась хороший, хорошо клюет. Блин, наконец-то такая рыбалка выдалась в этом году отменная. Судак так и не клюнул, где я не пытался. И там, и сям, везде все озеро бросал. Менял приманки и так далее. Судака там нет, в общем. В следующий раз, наверное, куда-нибудь поеду именно судака попробовать половить. Ну или кому что интересно, какая другая рыбалка, пишите в комментариях. Могу, в принципе, съездить куда-нибудь еще попробовать порыбачить по-интересному так. Ну а я все, домой отправился уже. Все, увидимся на следующей рыбалке тогда. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.